за один раз не делает, это нужно подходить к обрезке несколько раз за сезон. Сейчас немножко поздновато, конец августа. Надо было бы делать конец июля, начало августа. Поэтому укорачивать мы не будем, чтобы не спровоцировать повторный рост. Мы будем только вырезать те побеги, которые идут в крону, загущают или пересекаются. Вот. Конкурентов проводника тоже, если очень явные, только тогда вырезать будем. А так мы вернемся к обрезке во время цветения или сразу после цветения. Вот тогда будет четко видно, какие конкуренты и где вырезаются. На косточках раны заживают очень плохо. Поэтому зимнюю обрезку на косточках проводят только тогда, когда масштабы очень большие и не успевают. А сейчас эта вырезка, она позволит, дерево еще живое, оно работает, позволит быстрее зарасти рану. Поэтому преимущество отдается, когда есть листья, тогда вот обрезка лучше делается. Значит, смотрите, тут есть разница в деревьях. Почему? Если мелитопольская, то это гибрид вишнево-черешневый, называется дюк. И у него формировка, строение дерева, как у черешни. Она вертикально направленная. И много конкурентов дает, и она загущает крону. Если это лотовка или лутовка, поляки говорят лотовка, у нее форма кроны это куст. То есть через год, когда под ягодами, она вся раскладывается, как ива плакучая. И у нее очень важно сохранить лидер, проводник, потому что он тоже ягодами загружается, наклоняется, и все, лидера нету. Лидера нету, дерево останавливается в росте, получается карлик. Для того, чтобы сохранить этот лидер, во время цветения нужно с него снимать все цветки, не давать ему плодоносить. Вот это у вас самая главная операция во время цветения будет, пройти по лутовке и оборвать цветки на лидере, чтобы он окреп. И тогда на нем будут развиваться вегетативные почки и будут ветвления. На мелитопольской этого не надо делать, он плодоносит как обычно. Ну, стою возле лутовки. Что здесь можно сделать сейчас? Смотрите, для того, чтобы решить, что обрезать, нужно вот просто развести. Вот посмотреть вот под влиянием ягод, как она разложится. Выделить ведущую. Да, этот ведущий. Лидер у нас будет вот здесь. Этот конкурент, сейчас мы его не можем резать, потому что можем спровоцировать рост. Мы его обрежем весной, потому что сейчас он уже не вырастет, у него уже почка сформирована. То есть он остается так, как есть. Весной во время цветения вы здесь ошмыгнете цветочки, а этот подрежете. Вот. Сейчас нам нужно убрать только мешающие ветки. Значит, тут везде уже, смотрите, почечка плодовая, круглая. Значит, под весом ягод отогнется. Смотрим, как отгибается. В принципе, вот этот вверх стоит. Мы его сейчас не будем делать, потому что под ягодками оно тоже наклонится. Все отгибается нормально. Ничего здесь делать не надо. На этом дереве только уберется вот этих... Весну. Да. Вот тут вот и вот тут вот. Вот так вот я прирезала бы конкуренты. Все. Сейчас на нем вообще ничего не надо делать. Вот это дерево пропускаете. Штамп должен быть вот эта идеальная длина. Если вот тут начинаются ветки, нижние желательно убрать, чтобы не ложилось на землю. Это ничего, что вот, допустим, оно будет той, но отклоняется вот это. Нам нужны ягоды сейчас. Угу. Нужны. Мы соберем ягоды потом, и после уборки сразу подходим и начинаем делать прореживание. Вот именно тогда мы его и удалим. Смысл, мы сейчас удалим, добьемся того же эффекта, что мы удалим после уборки. Так ягоды же мы соберем. Поэтому тут нужно подходить еще так, чтобы и урожай был, и формировку сохранить. А вот эти что? Да. Сюда их пока оставляем. Пока, да, пока. Посмотрите, вот, чтобы знать и разбирать. Хотя так бы я это не забыла. Да. Плодовая почка круглая, как воробей, да. А вегетативная острая. Остренькая. Вот смотрите, вот вегетативная. Остренькая. Ну тут есть там еще две плодовых. Черненькая вот эта, острая. Вот попробуй сразу на палец. Если колется, это вегетативная. Эти не колятся, эти тупые. И в лутовке такой характер, что плодовые почки закладываются на протяжении всего прутика, а вегетативная только здесь. И фактически нигде вегетативной нету. Если бы вы ее укоротили вот так вот, все, она вот тут вот плодоносит и засохнет. Нету чем заменить. Поэтому лучше такие не трогать, она отогнется сама, а под
изгибом под весом где-то может выбить прутик боковой. Mm-hmm. Вот тогда вы на тот прутик переводы сделаете. Mm-hmm. Если отрезать на генеративную почку, все, побег засохнет после плодоношения. Ему не с чего, он не выбит. Это выбит, потому что у нее смешанные почки. На одном побеге есть и генеративные, и вегетативные. Посмотрим. Острая. Ну, это молодая, она вся острая. Если более вот такую постарше взять, вот, вот пожалуйста, вот здесь вам плодовые. Здесь вот тоже еще плодовые, а тут острые пошли вегетативные. То есть на любую вегетативную вы обрежете, и она отпустит. А если обрежете вот, тут может тоже становиться рост. Ну, тут вот конечная есть вегетативная. В принципе, может 50 на 50 проклюнуться отсюда дополнительно боковая. То есть это прощает небрежную обрезку, а этот сорт не прощает. Поэтому лучше не резать, чем резать. Скажем так, после того, как она плодоносит, и вы увидели, как она отклонилась, вот тогда на веточке... О, вот видите, вот здесь боковушечка. И вот на такие боковушечки будем переводить. Угу. А так нельзя, потому что дерево просто засыхает. Ветка засыхает, и все, подмены нету. Это куст. В природе это куст. У него выбивает порость, если она не привитая, и кустится. И максимум высота ее 2-2,50. А мы должны вытянуть ее до 3-3,50. Поэтому нужно делать с него дерево. А дерево мы можем сделать, когда будет хороший проводник. То есть весь уход за этим деревом, это сформировать проводник. Сложно сказать, я потом тебе скажу, если что. Так, смотрим на этот. Да ну да, ну сейчас я не могу сказать. Опять же, давай потом. Приступаем к тому, что сначала нажимаем на ветки и смотрим, как они ложатся под весом. И тогда видно, что лишнее. Вот в принципе эта ветка как бы и лишняя, но тут есть уже плодовые почки. Поэтому она ляжет, лишним будет только вот этот. Ой. Вырезаем его вот так вот. Если на гибриде вишнево-черешневом мы можем позволить себе вырезать на кольцо лишнее, то есть этот я специально оставила, потому что ну тут может веточка сюда выбит. Но если он загущает, его можно вырезать на кольцо, то на лутонке ничего на кольцо не вырезает. Только хотя бы две почки шелкоила. Потому что там и так она не растет. Так, вот смотрим сюда. Вот тут близко расположенные ветки, но они все заплодоношенные. Тоже, значит, если будем выбирать, то только после плодоношения. Вот эта мелочь, вот это лишнее. Вот смотрите. Вот она, непереплетенная, все, ее нужно вырезать, она не нужна. Причем стараться вырезать ее на кольцо, потому что нам порость внизу вообще не нужна. Дальше, тоже. Этот мы оставим. В этом году на нем нет, но мы его... Но в следующем году будет, мы его просто укоротим и оставим веточку с уношением. Почки надо смотреть. Вот эти. Ну, да, это можно убрать, и причем надо было бы вот так вот ее убрать. Полностью. Да. А, я еще не полностью убрал секатор. Тяжелый. Пожалуйста. Убери ниже его. Ну, это пока не мешает. Может, ягодка на ней будет. То есть, как вы видите, тут особой обрезки в этом году нет. Только санитарная и там, где уже явно накладывается одна на другую. Вот тот. Вот этот. Давайте посмотрим. Он откладывается. Откладывается, да. Если вот это вроде бы как вверх не загущает, ну вот, отложили. И видите, оно не загущает. Отложили, не загущает. Ягоды оттягивают. И ягоды делают хорошо за вас формировку. Потому что чем горизонтальнее отложена ветка,
тем меньше она растет и больше закладывается плодовых почек на следующий год. Поэтому поляки что делают? Они не режут. Они делают растяжки, прививают колышки и вот так, или проволоку бросают и растягивают. И 3 года в сад они заходят только с секатором тогда, когда что-то сломалось или вырезать конкурента. Все остальное они только растягивают. У вас плодоношение на вас работает. Так, смотрим это. Слишком много внизу, очень большой смысл здесь. Но давайте смотрим, как они ложатся. Просто вот так вот ложим. Становится короткий штамп, но почек тут много, и вот уже есть плодовые. Я бы опять бы посмотрела, как они зацветет, и вот выше цветка на 2 почки тогда бы срезала. Сейчас не думаю, что есть резон срезать. Посмотрим, как оно, какая будет загрузка. Так, здесь раскладываем. Откладывайте. Вот, видите, замечательно. Остается эта веточка, она ляжет. Она ляжет. Что не ляжет, вы вырежете во время цветения. Будет видно. То есть опять тут вот только 2 лидера. Угу. Вот я бы, конечно, весной сейчас, наверное, 1 лидер брала. Слишком они высокие. 1. А те оставить на весну. Этот лучше будет. Нет, на кольцо его вообще. Вообще убрать? Да, и вообще на кольцо. Если ты оставляешь сейчас на нижнюю почку, ну, на какие-то почки, есть они опять шанс выстрелят. То, что они, да, что они... А так ты просто убрал и все. И смотрите, как замечательно все разложилось. Этих мы пострижем. Их слишком много, их всех столько не надо. Но сейчас я не думаю, что есть смысл стричь. Почему? Каждый листок – это питательные вещества для дерева. Вам нужно, чтобы дерево пошло в зиму с максимумом питательных веществ. С листьев все эти питательные вещества идут в почку. И чем больше листьев остается до конца сезона, тем лучше для дерева. Получается, если вы сейчас вырежете, ну, полностью на кольцо. Да. Вот этот разве что можно, потому что слишком изнутри, да. То мы не только, если мы нарушаем, например, отрежем вот такую длину, мы не только не подготавливаем к зиме, а мы еще провоцируем эту почку, чтобы она росла. И дерево не аккумулирует питательные вещества, а расходует на эту почку. Поэтому слишком поздно, нельзя укорачивать. Можно вырезать, но нельзя укорачивать. Так, здесь смотрим. Здесь вырезаем все. Ну, тут не вырезать, тут нужно их выкапывать. Потому что если так просто будешь вырезать, то будешь на следующий год провоцировать. Так, штамп формируем. Да, есть. Теперь смотрим. Тут заплевусь. Ну, если вот так вот. О, она уже сама, видите, легла. Это просто ее случайно заплели. Рассматриваем. Разложили. Что получилось? Отлично получилось. Вот здесь вот накладка. Есть веточек. Но только из-за того, что было. Я думаю, что ты ее вообще на кольцо, да? Да. Ее вообще на кольцо вырежи. Так, теперь у нас получается с проводником ничего в порядке. Он просто идет в сторону. В сторону. У них 2 получается. Надо оставить 1. Вот этот. Вот этот оставляешь, а то и вырезаешь на кольцо. На кольцо. Вот так вот. Вот. Опа, а те... А я достану, например, с моим носом. Нагнете ветку. Можно приставать. Она же там нагибает. А прирез прирезать будем весной. Ой, это то есть, как видите, оно разложилось, и как бы ничего не надо. Смотрим это дерево, раскладываем. А вот это жировик, не жировик? Ну. Нет. Вот это нет. Он-то жировик, но на нем уже ветки. Есть почки. Да, уже есть почки, и мы его только сможем укоротить просто. Это лишняя веточка, отсюда не помешает, она выше. Мы будем гурьбой ходить. Она хорошая, она как не ломится. Идеально было бы ее просто запутать сюда, и она выровняется. Потом выпрямим, она выровняется. У нас нету билетных ветвей, поэтому здесь мы оставляем на замену. Ну что, девочки? Все раскладывается отлично. Вот. Тут, да, конкуренты сильные. Этот должен быть центральный, а тут они 3 равноценных. После уборки будем сюда переводить.
Да. Сейчас нельзя вырезать сильно почки. Да? Ну да, и мы еще не знаем, как оно спровоцирует. Весной я бы вот этот вырезала бы внутренний на кольцо, так что а эти они будут разгибаться. То есть сильно не разгибать. Опа, резко. Особенно десертная, она вообще ломается. Хрупкая, вот эти приросты, когда не дотронуться. Да, да, это срезать. Вот это, что высохло, вот это все сухое срезать. И вот этот сучок срезать. То, что идет в середину, вот такие сучки, смотрите, слепые уже. Их нужно вырезать. Вот, вот, вот. А вот этот штамп убираем? Да, это убираем. На кольцо? На кольцо, да. Вот такой сучок он нашел в середине. Вот его убирать, потому что спровоцирует, это он и так там густо было.